Россия предлагает создать международный штаб по борьбе с афганским наркопроизводством. Об этом на заседании членов экспертного сообщества в Москве заявил директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. На встречу съехались представители правоохранительных ведомств из 40 стран мира и международных организаций, таких как ООН, ШОС, АДКБ и БРИКС. Эксперты привели неутешительную статистику. За период проведения операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане посевные площади не сократились, а наоборот, увеличились до беспрецедентного исторического максимума. С 2001 года посевы мака выросли в 26 раз и теперь достигают 209 тысяч гектаров. Из-за наркотиков погибло более миллиона человек, а транзит афганского героина затрагивает все континенты мира. Учитывая масштабность проблемы, участники встречи пришли к выводу, что нужны более эффективные меры по борьбе с транснациональной угрозой. Пользуясь уникальной возможностью группы восьми, которая вместе с ООН способна объединять и вести с собой сегодня все государства мира, предлагаю создать международный штаб по борьбе с афганским наркопроизводством. Задача штаба – консолидировать разрозненные пока на сегодняшний день антинаркотические программы в Афганистане и создать действенный, подконтрольный международному сообществу механизм по ликвидации наркопроизводства.